Чому россияне не выступают супроть агрессии? Ну как не выступают? Многие выступают, но послушайте, допустим, того же Невзорова, к примеру, да, или там Пастухова. То есть они реально оценивают, или даже Леонида Ивашова, который однозначно генерал, представитель Союза офицеров, где они все подписали петицию против войны с Украиной, считая, что это будет уже смертельно вбитый кол в отношения между двумя славянскими народами. После этого могут понадобиться столетия для того, чтобы каким-то образом эти раны залечить, потому что как только прольется кровь, все, тогда это уже будет как бы разделение окончательным и бесповоротным.